Сегодня мы продолжаем наш цикл «Пилатес на рабочем месте» и идем снова к нашей старой знакомой Женечке на работу. Мы продолжаем комплекс, который поможет вам чувствовать себя на рабочем месте более спокойно, более продуктивно проводить ваш день и не создавать лишней компрессии в вашей спинке. Итак, вы работали, очень устали, и сегодня мы вам предлагаем приятный, прекрасный комплекс. Женечка, развернись немножко, чтобы было видно. Хорошо, мы сначала, конечно, делаем большой-большой вдох, позволяя раскрыться вашим легким, и выдох. Сделайте так еще два раза, потому что, сидев, вы зажимаете ребрами легкие, и они не имеют возможности дышать в полной мере. Угу. И еще вдох. И выдох. Хорошо. Опустите голову вниз, расслабьте шею, кивните пару раз. Затем выстроите голову в центр. И мы рисуем по два круга плавных головой в одну сторону, два кружочка, нос перед собой. Рисуем. Угу. Я напоминаю, что при любых движениях головой вы никогда ничего не делаете резко. И в другую сторону два круга. Если вдруг во время движения где-то есть какой-то дискомфорт, пожалуйста, обходите пока этот участок, делайте размер ваших кругов пока меньше. Хорошо. Затем мы вытягиваемся за руками, делаем вдох в потолок. Плечи, лопатки опускаем вниз, выдох. Еще дотянуться за кончиками пальцев. Опускаем лопатки, выдох. И еще вдох. И посмотреть на потолок, легкое разгибание. И возвращаем выдох. Опускаем руки вниз. И мы теперь поворачиваемся. Одна рука у вас будет на сиденье стула. Угу, другая на колено. И вся верхняя часть корпуса поворачивается. Выдох. В центр, вдох. В другую сторону. Выдох. В центр, вдох. Еще раз в каждую сторону. Обратите внимание, таз сидит, не приподнимается во время движения. Голова двигается на своей оси. Таких вы делаете от 2 до 4 повторений в каждую сторону. Затем, отталкиваясь от края сиденья, вторая рука поднимается вверх, и радугу будем делать. Угу. Вдох, растягиваем ребрышки, делаем большой вдох. И выдох, возвращаемся. Это же рука. Еще делаем вдох, отталкиваясь от стула, и возвращаемся. И еще один раз делаем большой-большой вдох, возвращаемся, опускаем руку, наблюдаем, насколько приятнее стало дышать нам уже с этой стороны, поднимаем другую руку вверх, вдох, ребра в потолок, и выдох, опускаем обратно. И еще вдох в потолок, и выдох, опускаем обратно. И еще разочек вдох. Выдох, опускаем обратно, опускаем руки и уже чувствуем, насколько нам стало приятнее в нашем теле. На этом все. Мы надеемся, что наш комплекс для вас окажется тоже полезным и приятным. И на работе вы себя будете чувствовать более комфортно. Оставайтесь здоровыми и красивыми. Со студией Пилатеса Аквамарин.